Всем привет! Буквально недавно состоялся официальный анонс трех новых персонажей из Сумеру – Тигнари, Дори и Колей. Также обязательно вступайте в наш новостной телеграм-канал по Геншину. Ссылочка есть в описании. В своем официальном твиттер-аккаунте Хуеверс опубликовали карточки с тремя новыми персонажами для обновления 3.0. Двое из этих персонажей обладают дендростихией. Это Тигнари и Колей. Кстати, Колей – одна из главных героинь маньхуа по Геншину. И многие игроки говорили мне, что она в принципе не может стать играбельной, поскольку у нее нет глаза бога. Ну и как видим, Хуеверс это все повернули в удобное русло. По официальному изображению видно, что Колей – лучница, а ее дизайн напоминает дизайн четырехзвездочных персонажей. Следующий персонаж – Тигнари. Наконец-то ушастый мальчик, над дизайном которого хорошо поработали. Вероятно, он будет легендаркой. Оружие неизвестно. И последний новенький персонаж – Дори. Маленькая девочка, обладающая электростихией и великолепным дизайном. Редкость неизвестна, но возможно все же 4 звезды, поскольку сейчас в приоритете дендро персонажи. Оружие также неизвестно. Анонсированные персонажи оказались очень интересными и непривычными по дизайну. Что думаете по поводу их внешности и оружия? Ответы пишите в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!